Все короны. Лёш, сейчас из Шаманов кто-нибудь придет, ты меня отпустишь по бабским делам? Там старичок какой-нибудь, кис. Фрост резист, ДКшка. А? Говорю, фрост резист на лича не забудь снять. А я снял уже. Так, рыба стоит. Добро пожаловать на вайпы. Че, вайпы? С первого пула убили и все. Там легкий босс. С первого пула он нас убивает. Скринки. Самый легкий босс. Забыли, что ли? Лич рейдит Илюжинов. Запрос на лича. Ладно, начнем с того, кто не был, нихуя не... Ну, там пять человек получили ачивки. Начнем с маленького, значит, тут они тоже не были. Так, давайте я сразу быстрее докикну, что... Так, Роган. Кир списал то, что он через полчаса будет. Так, сейчас... Если есть, меня заменить, желательно. Ты шмотки не увидеть. Не месяца. Раз. После рейда заходите, смотрите стримчик и заучиваете. И все, изи. Чё там стали? Лич не там, блин. Вас минус 4. Факс. Можно отойти пока? Минут 5 есть? Да, есть. 5 минут. Есть пару минут времени? Как лучше? На самом деле Лему не хватает старика, допустим, а с лотом. Да, был бы здорово. Четыре лока есть, два присташипа есть, две совы есть, есть. Так, Лёх, время релогнуться будет у меня? Хант есть, он кислый. О, кислый. Зашёл. Фарадей еще есть. Вот его тоже. Косову. Шаман еще слаб. Что шаман ты пока что на замене. Так, по хилам вроде все нормально. По танкам тоже. Ты же знаешь, танчил вечер. ДКшка, танчил ли чё, знаешь все? Понятно.
Слышно? Да. Ну ты же сказал 5 минут отойти, вот он. Тогда после перекура. Так, через 3 минуты. Пойду пока оденусь. Если оденусь, то волосы. Ну, у меня домашняя одежда, я же не пойду на домашнюю одежду. Ты кто-нибудь видал там муви, где Сильвана шлем сломала? Да, все видели, наверное. Сейчас будет шутка про то, что Лич нас так же. Ну, кто-то я смотрел первый на Блисколе, там кто-то, она типа берет, а там кричит, давай одевай. Адмилиа? Адмилирал? А там же кто-то прям в Дискорде можно зайти. Адмирал, 30% босса зависит от тебя, если что. Не знаю. Тут освобожденки нету. Вот на предыдущем пока на мне не было освобожденки, рейд жил фуловый, блядь. Как только я в освобожденку уходил, рейд медленно падает. Нормально тебя смотрят, народа. Сколько? 3 человека. Да это не смотрят, это всего сколько было. Всего не было 1200 у тебя. А смотрят сейчас 3 человека. В смысле, сейчас смотрят 2 человека, ты и я. 3. 3, я и говорю. Так, короче, по первой фазе. ДКшка, танк здесь уже, нет? ДКшка. Где он, где? Лена здесь? Да. Дай проверку. Скажешь, кого нет. Попытки, кстати, не светятся. Нету Кладбона, Никитоса, ДК танка. Так, короче, для всех остальных. 2 метки возле трона. В одной милике, во второй РДД. На ловушках отбил. По прямой в сторону обрыва. Дальше. Что еще интересно? Чума. По поводу чумы. Диспел обязателен.
спелл и выносить чуму ко мне, звездочку, там, где шаркари. Не ко мне, а к шаркарям, которых я танчу. Подбежали, с вас диспелили, побежали обратно. Но опять же, смотрите ловушку. Не забежать в ловушку, когда бежите обратно, или когда бежите ко мне, и на мне ловушка. Дальше, следующий нюанс. По поводу миликов. Милики. На танка бросает. Если вы попадете в нее, это пиздос. Сразу все улетите. Смотрите, потому что с пятого пула буду начислять, если кто улетает, тому начислять. Так что смотрите за ловушкой. Будет вешаться череп на человека, на котором будет ловушка. РДД все кучно вместе перемещаются, милики тоже. Идем на перифазу такими темпами. Пришли на перифазу. Все играют по гневным. Напуливайте рога первого, даешь на пул гневного на ДК. Никитос второго гневного напуливаешь. Потом роги откдшиваются, третьего напуливаешь на ДКшку. Следующий нюанс. На перифазе очень главное, на ком будет сфера, луч от сферы. Выбегайте с рейда, чтобы не ловить лишний урон. И хилам, чтобы не сильно приходилось. Дальше. Прошли перифазу, долили, выходим на следующую, вторую фазу. В первую очередь доливаем гневного, дальше уже бьем валик. Первые вальки, все становятся за спину лича, первые вальки летят от этого, от лича. Должны все вместе летать вальки, не надо в отдельности летать, смотрите, постоянно стойте в плаще лича. Льем валик, через 5 секунд после вызова валик будет осквернение. То есть милики побили валик, влево-вправо отошли. Но желательно вправо по отношению того, как вы бьете валик сзади. Дальше. РДД зона. Смотрите, для вас есть две метки, которые я поставил. Примерно. Квадрат это лич стоит. Он примерно так и будет. Вот, по бокам две метки. В звездочке находится третья группа. Примерно. Это примерно. И в другой метке находится четвертая группа. Точнее, ну как четвертая группа. Там все остальные РДД можете находиться, за исключением лока. Локи стоите на краю, естественно, за лечом, но немножко правее. Порталы ставите, сейвитесь через порталы. Дальше, по хилам. Основная проблема заражения в том, то, что надо кастовать наперед. Типа, вы видите каст заражения у лича, то есть пока он кастует, вы уже кастуете, там, допустим, шамана цепуху или холи пал свет небес и так далее. То есть наперед накастовывайте, будет значительно легче прохиливать заражение. Урона дохуя будет от магии тьмы, так что сопроты обязательно. Вторая фаза. Вернение. Выносим на край, как обычно, блять. Ничего сложного. Вынесли осквернение, сбежались под лича, бьем. Лича. Появились вальки, слили валик, осквернение и тому подобное. Станы не забываем давать по валикам. Не так быстро улетали. Так, дальше 40% босса. При вторую фазу 40% босса. С каждыми вальками будет сложнее хил. Так что смотрите, по поводу хилов, по минимуму беготни. Единственное, что вы можете подбегать, сейвить локов. Если локи будут в вальках, подбегайте, подхиливайте локов. Дальше 40% перефаза. Все на край. ДКшка, ДТ4, принц. Плюс, что еще? Ну и все, принц. Адмирал заабсорбит. Переходим на перифазу. Дальше. Что делаем дальше? Появляются два гневных духа. ДКшка танчит. Сливаем гневных духов, подбиваем сверки. Слили гневных. Опять идет такая же перифаза. Выходим на фазу с личом. Будет. У вас есть время, буквально там секунды 4-5.
чтобы захотать рейд, касается рестер друида за ДЦ, заабсорбить рейд. И всем дотерам, которые могут дотать босса, задотать босса. Это. Следующий нюанс. Первая комната. В первой комнате. Затягивает весь рейд в комнату, будет стоять звездочка. Все собираемся в середине комнаты. И дальше просто бежим за звездочкой. Бежим в звездочке, блядь. Не сзади, блядь. Не наперед, нахуй. Все бежим в звездочке. Увижу, кто будет бежать наперед, блядь, или отставать, ну, будете получать ГП. Дальше. Выходим с комнаты. Дается осквернение сразу же, инстантом. Будет череп вешаться. Максимально быстро соображаем и отходим от черепа. Следующий нюанс, блядь. Дальше идет вызов духов. Когда вызываются духи, дается осквернение, блядь. Ну, это так, по таймингам. Вызвались духи, перебежали на другой конец, получается, этого пьедестала, блядь, и херачим лича. Танки ловят духов, вы все стоите за личом. Главное, блядь, не проебаться со осквернением. Следующий нюанс. По поводу сейва в комнате. Желательно отдавать очешки и подобное. Так будет, блядь, 4 комнаты, 4 комнаты. Если за 4 комнаты не убиваем лича, значит, блядь, лич ходит в берсу, и все, и вайп рейда. Так что этот. Пройдем босса, если все выживут. То есть максимум можно потратить 2 БР, блядь, отчасти, да? Если все выживут, спокойно пройдем босса. Если нет, то значит будет все печально. Летит ГП. Ша-фа-фа-фа! Потом этот. Следующий нюанс. Главное аккуратно. Аккуратно выносите чуму, аккуратно диспелите. По поводу диспеля, смотрите, не бейтесь. Я не на паладине, я не продиспелю. Может, ШПшка какой-нибудь тут будет диспелить? ШПшки надо дамажить. Тут и так ДПС меньше. Так, ДК. А это... А в комнате и... Холли новой нужно спамить ШПшки? Естественно. Все. Кто водить-то будет в комнате? Я буду водить. Блять, мне надо кто-то в ДД. Рыбку хочу. Да ДД нужен. Фарада здесь. Зайди на сову по домашку. Фарада не туп. Вообще в игре, но он в испытании перестанет. Ни на что не намекаю, можно лонгпака послать. Так, сейчас Фарада зайдет. Ты босса ДКшка ведешь с черепа и по прямой туда на край. Угу. А вот старик зашел. О, старик. Только в студию. Невероятно. Ставьте шкаф и сумонтию. Тыкните. Кашка танчил лича тот же. Да. Все. По прямой просто ведешь и все. Ловушек отводишь из-за. Я на шифарях. Так, ДПСа, в принципе, должно хватать. Главное исполнение. Старого суманули, буставлю.
Есть у кого пару сабротов продать? Ребятишки, есть у кого пару сабротов? Провокатор обмен 180 голды. Чем больше ДПС, тем легче будет босс. Два. Есть у тебя два? Каску обновите по ДК. Да вообще все баф обновите. Лёха, мы на последней фазе будем пить фласки на ДД? Нет. ДПСа должно хватить. Ну, берса 17 минут. Если вы все будете дамажить так, как дамажите на сарфе, ДПСа с головой хватит. Амирка, ты пришел? Че, я уже не нужен, что ли? Так, старика ждем сейчас. И че я приходил? Да, блядь, пока ты соображаешь, я уже, блядь, добрал. Блядь. Три минуты прошло, две. Так вот именно, что секунда времени. Алло, всем привет. Здорово, старый. Здорово. Старый. Это, ребят, я не могу присумониться, у меня пиздец, что в игре творится. У меня все аддоны слетели, игра обновилась. У меня тут просто очко. Я просто дамажить не смогу, ни хилить, ни дамажить. Пока мы один трай сделаем дамаж. Дайте мне 10 минут, я всю хуйню настрою. У меня даже звуки вов появились, я никогда в жизни с ними не играл. Так у тебя одна кнопка, чтобы дамажить. Да я понимаю, у меня все слетело, у меня пиздец. Ты даже не представляешь, что у меня творится. Я могу скинуть скрин, ты охуеешь. Для таких случаев, ты когда настроишь себе аддоны, скопируй папку кэш на рабочий стол. Не кэш, а папка ВТФ. Я не знаю, что случилось, кэш, у меня ВТФ, все да. По пизде пошло, все мои настройки, понимаете? Все, тихо. Да, мы Мишаня. Поняли. Мишаня, заходи. Настроить. Просто не дайте дрочить. Мне минут 10, и я готов. Сейчас я настрою все. Как раз один пол. Зачем? Суманьте, Мишаня. Да сейчас без старого просто убьем, выпадет теренаска. Бля, Леха, не дави на больное, нахуй. Подарок. Не переживай, тут есть кому. Кстати, за Синдру, по-моему, не начислил. Потом начислил. Мишаня, готов? Каску. Каску. Ну, пожрать, ладно, есть каску. Все, запускаю. А каска? Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Каску дайте. По ДК дал. Да по друидам. Так, Мишаня анонсит там, потому что отчасти ловушки на РДДзоне мне не будет, не видно особо. Чё, работать позвали. Нормально так слышно? Да. Да, да. Типа я могу не увидеть. Сапрот. В натуре сапрот. Не занимайся грязными делами. Все печься. Вижу. Поехали. Смотри, тебя загробит. Чего мне пишут, что 20 человек без сапрот? РДД. Будем.
плеча, держи в мою сторону. Это да. Мозор чума. Well. РДД. Подводи тоже, плечо. Милики. Пока тут чума. СПЛ. Я тоже. Милики. Да-да-да. Милики. Френс чума. РДД перебежали. Палики. Только один улетел. Там же видели чё. РДД. Вот вон поднимешь его. Сейчас подниматься. В сторону отойди. РДД. Жунаен. Милики. Заражение. Хильте платбон. У меня нету чумы. О, нашел. РДД. Эрнест чума. Рефаз. Маны мало. Залил. СПЛ. Мозер. Как тут Мозер? СПЛЦ. Всю эту чуму, которая у них против СПЛЦ. Че, рогу поднимали, нет? Да, у меня да, заражение поднимал. Сразу же клоснуло. А че ты, блядь, встаешь под заражение? Милик, выбеги. Выбеги, выбеги. Сверху. Чума, чума, диск. Диспельсик. Ушла. Пять мили сверху. Спел. Три фаза. С этим осторожно только. Лича забирай ДКшка сразу. Сверху добейте. Осторожно, идите все за. Нет, сначала по гневному играем. Да, зачем? Кашку хильте, там будет больно его бить. Ты прожмись. Дай ему зубы. Теряно. Сохранение опять. Сейчас надо с дисплеить. Ганвест. На лизоне прям. Чё, блядь? Ганвест. Меня, блядь, вот. Можешь или что? Есть, да. Вообще, РДД, вальк прилетели, забрали, вы сразу на круг отойдите и все, не надо в миле стоять под босс. Блять, под заражение рога, блять, не вставай на. Я встал, меня сразу же сложило, прям сейчас же. Так, то есть встал умер. Сейчас сложит, блять, нахуя ты встаешь под заражение? Ты лучше поваляйся еще подольше, но когда заражение пройдет, ты тогда... Ты босса, блять, косты отслеживаешь вообще? Ты же босса, блять, бьешь, косты должен отслеживать, ясен.
Старичок, ты чё там, готов? Нет. Ганвеста то же самое, блядь. Как бы РДД зоны не вынести осквернение, блядь. Какого хуя ты там вообще находил? Я заслакал просто еще. Звездочка, блядь, печенька для РДД зоны, нахуй. Ну не там же, блядь. Кстати, ДК интересно ведет лично. По-моему, налево от колонны надо вести. Нет, в смысле, он все правильно делает, просто он идет его боком. И так риск того, что на танке будет ловушка и медики сдохнут, минимальный. Ну так и надо делать. Шаркарита сбоку, получается, появляется. Можно и задом вести на танку, стоять в лече. Ну да. Старичок, тебе сколько там по времени? Не знаю, я забыл нахуй, как отдалять ебаную камеру. Макросом. Да макрос у меня есть. Интерфейс, нахуй. Камера. И там ползунок, максимальная дистанция камеры. Рыба стоит. Ну, максимальная дистанция, нахуй. И чё, нахуй? Теперь колёсиком. Давай колёсиком. Даю проверку. Лёш, мне уже пора выходить. Ну, а что я здесь? Нету, блядь. Может, старичка подождёте? 5 минуточек. Чё один пол здесь? Следующим уйдёшь. Фрэнси, готов? Все, запускаю. Неужели где Женек? Он сказал же, что не будет его. Вчера еще. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения. Просто сейчас распускать рейд я тоже не особо хочу. Можешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты могу допустить, чтобы ты чаще служить. Где абсорб? Милики. РДД тоже спрыгнули. Милики, Белл, чума. ТД немножко подвинулись. РДД. РТД. Лок чума. Well. Мана. РТД. Тотем на ману шамана. РДД. Пока тут чума. Бел. Бел. Дождь.
Джужин. РДД. Мелики. Гранвест, чума. Это спец. Все, 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 уходи. Вопрос. РДД. Еще широко. Дави. Должно. База. Гневных не бейте, дайте игру набрать. Спел. Заберу лича. Ганвест, дай инер по адмиралу. Сфера. 5 секунд переход. Я вижу. Сферу добивайте. Все гневного бьем. Пою гимн на ману. Встаньте в одну полосу. Не надо слева, справа от лича стоять. Фрэнсис. Забираю лича, води по валькам, короче. Разбежались. Сквернение 5. Ауди. Отойдите все. Ты выйдешь, блядь, со сквернения? Валькам дамага мало. Хил. Какое, блять, а у тебя сквернение, он тебя раздел. Сейчас Валька будет смежное. Кто сопросил? На малый круг вставайте. Фрэнс. Жалость. Валик. Квадбон Мозера. Женуэн Ганвест. Хотел Фрэнсис. Достаньте печеньку. Фрэнсис, подойди, чтобы тебя прохили. Отпускайте тросы бессмысленно. Валик будет себе? Че, Валик? Съеду, Валик. Сквернение. Провокатор. Центр, Лича, за Лича осталось. Ауди, где ты? Одну сосиску стали быстро. Разбежались. Одна валька. Ром бить. Спамби. Где БРы по людям? Ноль все же. Под картой держи. Сквернение 5. Пока тут Кладбона. Кладбон Ганвесту. Ганвеста Мозера. Ганвест под картой лежит. Ставь лича на центр. Сейчас будет смежная. Правый. Вальки сначала, вальки. Встали за спину. Встали. Вальки, потом разбежали. Все, разбегаемся. Даркис, тебя там не поймают. Вот мои книги закрываются. Все. Снотворный. Ромбик сейчас. Милики активнее, блядь, бьем трусы. Ром, Локи на край подойди. На край подойди, Локи.
Чё, блядь, валим? Сыбьём их. Не в ту сторону. Блядь, меры раздадите вообще или нет? Я не знаю, он внизу заправляется. Сквернение потекло. Мы под катой лежим. По Мозеру давай. Провокатор проси. Хватбан. Миша, дашь по этому, по провокатору? Кричу. Пошёл. Провокатор маякни на карте где-то. Я включил. А я упал. Я включил. Надо гимн на хп дать заражение по хиле. В трусах я не знаю. Да уже прохилили. Псы, бейте. Сова, ты чё бегаешь, блядь? Дамажить будешь? Искренение. Натворно. Прохил. Кучнее ну, держи. Чё вы там стоите в ебеня? Провокатор, я тебе не могу там резнуть. Лока прохил. Вальки. Прохил. Кучнее. Сквернение 5. Ну и... Лок. Убивайте его. Сильнее по лайку, кучнее. Больше он не Лизора накастовал. Все это, полечо. Сейчас исквернение. Сквернение. Сквернение опять. Потом сразу сбегаемся. По малому кругу. Нет. По малому кругу разбежались. Карбон. Сбежались. Блин, меня Валька схватила. Вижу. Продаем тебя. Ченьку бьем. Еще можно запустить успеть. Сквернение 5 секунд. Сквернение. Ты слайд. Лок. Отойдите все. Лича. За спину ушли. Ну, лича ставлю. Просил. Упал. Сел. 3%. 2%. Меня схватили. Ну, шаман залагал, походу. Все в лича. Сквернение вынести, играем по личу. Просил. Дэнч Кроль. Дайте, дефы все. Рога. Дефы дадите? Спокойствие отдал. Хилов, хилов. Блять, меня даже не... Ложись. Смотри, перевели зато. Да не, нормально. Мало дамага по валькам и... Ну да. Люди долго сбегаются под лича. Вы, блядь, говорите, какие не бить метки. У нас Лока в доебении фени. Вот я уверен, мы теряем ДПС, тупо, блядь, бьем валик, в которых сидят Локи. Те вальки, которые летят далеко, это Локи. Схуяли. Понимаешь, те вальки, которые вылетают из центра, это должны быть обычные игроки. Те, которые вылетают за пределами малого круга, это... Давай не будем фантазировать. Я тебе о реальных вещах говорю. Надо анонсить, где сидят Локи, чтобы не тратить время на эти метки. Ребят, провокатор говорит, я покину тело не могу. Леш, он, короче, упал куда-то вниз, он просто там валяется. Я умер, пока летел в Вальке, и, видимо, из-за этого. Релог, нись просто, напиши, слэш, релог, блядь. Можно еще выйти с рейда, тебя портанет. Потом присумоним. Проще летим тогда локом сделать макрос, типа крик. Лок в вальке, и пускай сидят по нему тыкают, когда валька ебанется. Сейчас я перезайду, Адамчик. Ну, либо крик, либо просто сей. Не знаю, это так просто видно. Если их взяли в вальку, чтобы они просто сидели и тыкали. Долго сбегаетесь, долго разбегаетесь. Очень долго. Ну, типа локи стоят у края. Их сразу видно, что они далеко, значит, это Локи. Либо заслакавший
милик, которого там все равно уже не достанешь и не спасешь. Алеш, я пойду. Сейчас Кирс придет из аптеки. Из чего у него есть данные от моего шмара? Стой, сейчас она еще полетит назад. Стой, назад. Эпухан, не стой, на пути валик. Вот, теперь пошли. Когда осквернение кидает. Блять, курва еще летит одна. Два раза сейчас видел. Меня арес можно? Успели. Сейчас я перезайду. Доходим до третьей фазы, там легче будет, намного. А там вообще пиздец. Хилан надо будет месяца хилить. Так что такое. Меня один раз взяли вальку и все, и понеслось. Там с Хилан пиздец беда была жесткая. Да потому что вы делаете хуй пойдет. Я стоял секунд по 6, по 7, я стоял вообще вот, блять, вообще. У вас слишком много лишней беготни. Из-за этой беготни вы не успеваете избегаться и разбегаться. Потому что, когда говорят осквернение, блять, надо всем нахуй двигаться в центр. И только остается только тот, на ком осквернение. И разливает его там где-нибудь на краю спокойно. Они же, блять, бегают все вдоль, нахуй, как тараканы. Конечно, время проебывается. Когда, знаете, осквернение выносится, когда осквернение... Если на вас нет осквернения, вы все бежите в центр. А не, блять, влево, вправо, блять, и назад. Конечно, там один бежит осквернение выносить, догоняет второго, который, блядь, бежит ему навстречу, нахуй. Сталкиваются лбами, да? Дам пиздец, стрим посмотришь, обоссышься. Да я таких стримов 100 штук видел. Он кастанул, если на вас нет, она в центре. То так, да? Круга с ловушкой повнимательнее там. Мне нравится неапнутый Т4 упал. Ой, вот так. Ну, блядь, не говори ничего лучше, блядь. Сука. Купил этот. Пару кусков выбил, пару кусков купил за этот, за знаки. А апнуть что-то никак. А что ты со санровами бы пособирал, да и все там, блядь. Так, блядь, это же надо собрать. Okay. Смотри, на магика один танк нужен, по сути. На хэм побольше. На погибель можно ходить, там, блядь, 10 человек собрал, одного босса убил, блядь. Собрал печеньку. Два даже, ну по минимуму два. Я вот, не знаю, как релить эту погибель. Был магик-то ладно еще. Но надо люди, чтобы пошли. А кого звать, блядь, не знаю. В гильдии шуману 10. В среднем собирается один часик, это все. Не, ну это если пугов, нахуй. А так вон в гильдию шуману какие-нибудь отчаянные. Если поможете, я был бы рад. Одну хотя бы раз в неделю забирать печеньку. Даже за грамм. Стрекать уже будет скоро. Тебе уже ты надо одевать, блядь. Какой ты 4, ты о чем? Нахуй ты в первую. Так а как я Т5 это одену? Еще не скоро одену. О, блядь. Легко забираю. Ты выше меня по приоритету. Посмотри, ЕПГП открой, блядь. У тебя приор нихуя не низкий. Так у него симка вообще есть? Да, значит. Нету еще симка. Вот, смотри. Сейчас убиваем леща, нам дают косарь. ЕП, ты можешь забирать. Так, блядь, или мое. Еще убить надо. Да. Сейчас. Да, а так, там уже многим не надо, нахуй. Тем более, там какие-то куски. Поэтому, то, я думаю, быстро оденешься. Да, только грудак только всем нужен, наверное. Да, че это Т5 там даст? Ну, два куска. Ну, ну во-первых, стаду почитай, нахуй. Чего ты не умеешь? Открываешь путеводитель, открываешь... Да, это я знаю, блядь. Я там ничего полезного не увидел.
Тут агронабор повыше. 4d4. И прожимка на рейд есть. Ну и ты тоньше. Можно сказать, есть прожимка на рейд. Так ты тоньше, насколько в смысле? Ты думаешь, тебя заебись хилить? Смотри, как попадёшься. Да хилить-то не заебись, но тоньше-то понятно. Вот эти четыре куска осветить, еще смотри, пояс, блядь, выбить, наручи выбить, что там еще? Триньку с синдры, из гидроса. Давай не будем сейчас перечислять, что кому выбить надо. И там, будет, знаешь, что... и там будет, блядь, 85 тонн по-любому. Лех, ты заходишь там? Да, я захожу, старик освободился. Его нет ни в сети, ни в Дискорде. Он здесь. Он трибутует. Только что был. Пойду я кофейку сделаю. Кир здесь? Вижу, что Дискорд здесь. Мне надо хил. А вон тот шаман, чё, он никакой? Не потащит он. Там ой, вчера ты... в обычке первый раз убил Лича, а сейчас ты предлагаешь ему первый раз убить. А чё, блин? Настю можно позвать, но это не точно. Да там Лена, нет, шамана. Лена уже убежала. Не, ну шаман-то у него 260-й, чё, блядь, слабый, что ли, такой? 270-й шаман, может быть, чё-то. Хотя бы один. Второго, можно, немножко послабее, но один шаман тут. Ну, 67-й. Связать. Нормально. Опять началось. Чё началось-то? Вот тебя, этот фон. Вот тебя шуманик таз. Один ДЦ не затащит. Я пытаюсь, блядь, все прописать этот ебучий скилл, а он нихуя не хочет работать. В этом получилось в Доктор Дэмэдж. Там он... Были же здесь... Не хочется мне Жнуэна спекать в хила. Ну нахуй нам два ареста вроде. Оно и так прохилит. Но шаман получше будет. Ну сейчас, если старый зайдет, типа ДПС, то норм. Надо старый, чтобы ДПС. Лучше всего будет, если старый будет в Элеме, а Кир зайдет на Лениного шамана. Он не настроил еще, да? Да его вообще не видел. В ТФ, да, конфиг все вот этой ботвы находятся? Так она же нихуя не хилила. То есть в каждом крае последнее. Топ-2 себя хилил. Пошупай. В смысле, она и на синдре нихуя не хилила. И на Ильче нихуя не хилила. Такой себе шаман у нее, короче. Не, шаман-то неплохо, просто руки. Да она там думает о своем, ей некогда. Бежала на блядки куда-то, бросила нас. Как бы так же, как она, и я могу похилить зайти. Только знаешь, я могу быть это. Допустим, на своем холе-пале я могу нахилить 500 тысяч. Рестор-шаман может 1500. Полтора ляма. Но эти 500 тысяч будут намного полезнее, чем рестор шаман 1.5 ляма. Вот в чем разница. Если без поглощения. В чем тут поглощение?
Ну, в смысле, если без прихила, если чисто. Ристер-шаман может хилить, блядь, оверхил. Ну, как оверхил. Может по чушке нахиливать эти 100 тысяч. А я буду прохиливать тупо в метке, которых будет, которая в луже. Вот все и разница. Хотя я мог в этот момент не прохиливать метку, а стоять, блядь, через себя светом небес хуярить и больше от хила дать. То же самое и здесь. Не факт, что у тебя, допустим, там мало ХПС, но полезно тебя вышить. Допустим, ты прохиливаешь 6 человек, которые, блядь, с заражением бегают где-то в ебенях, блядь, соло-таргет. А некоторые шаманы стоят цепуху херачат в мили-зону, там, где дохуя людей. И у кого будет ХПС выше? Ясен хуй того, что мили-зону. Чё там, Керс появился? Ни того, ни другого нет. Чё там, старый вернулся, нет?